Что, всем привет. Так, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бородатый Тутемпалт. А мы продолжаем сезон выживания Аркана Аберрации. Только, ух, ебать, ебаный рот, не бей меня, пожалуйста. Хуя себе фуртануло, блять. Ну это, короче, мы продолжаем выживание в Арке. Мы сейчас с тобой на карте Аберрации. У нас тут вон Дрейк. Скальный ход не нравится. Короче, мы строим новую базу. Потому что нас тогда зарейдили. Блять, серф лагает. Это очень хуёво, я бы даже сказал. Очень страшно и хуёво. Ну, что хочу тебе сказать. Прикол в том, то что мы... Да, мы... потеряли нашу тег-базу на старом серваке. Я решил перейти вот на новый сейчас PvP-кластер охрененный. Тут еще магазинчики есть, конкурсы всякие. Но прорекламирую я вам... Ёбаный тебя рот. Братан, может не надо? Блять, вот это вот чешу. Короче... Прорекламирую я вам этот сервик попозже. Так, хочу сказать. Когда нормально развеешь, чтобы быть готовым к вам, хотя бы, не знаю. Блять, нахуя сюда ты пыхнулся? Надо помереть, ёбаный рот, как умереть нахуй. Блять, там же сейчас пизда народу будет. Нахуя я вообще в этой пещере? А, ну да, вот ностальгия. Считайте то, что вот эта пещера, наша зарыженная пещера. Хочу сказать, блять, провисание. О, убей меня, пожалуйста. Пожалуйста. Охуен, давай еще, еще, да. Люблю тебя, давай. Так, ну, в чем прикол? Мы, короче, хуя вас. Это X5. Тут все проще. Еще мод S+, мод на офлайн защиту от рейда. Даже. Хочу сказать тебе. Так, загрузить, пожалуйста. Меня в жопу не еби. А чё ты встал, братан? Чё-то не так. Чё-то пошло не так, да, братик? А ты какого уровня, мудак? О! Отлагал, заебок. Мудло, ты какого уровня? 55-й. Ну что ж, сразимся с тобой на моей доблестной собаке. Блять, собак пока пропускает. Собака у меня охуенная, можно сказать. Давай иди сюда, мразок. Неплохой стрим. Такая мощная со всех ракурсов. Так, ну чё, давай налетай, мразь. Я тебя порву, я тебя сильно порежу. Ну вот в результате, знаете, почему я не стал развивать эти вещи? Это потому что тут оказывается нельзя взять парк, там все канали, выходы на поверхность, это разграбили. Но я в принципе даже не против такого. Всем то, что тебе не застроить верный пакет, не защищается, не делаю, просто не позволит защищать пакет, чтобы пойти под нарокова, ну и чувствовать. У меня новая жизнь на новом сервере. Так, давай. Отлично. Сожрали мы его в коем веке. Но в чем прикол у нас такие? Возьмите дорожку на руки. У нас тут даже цветок есть, который нас хилит. Прям пиздец, как рядом. Могу постоять. Подумать о вечном. Как говорится. Так, ну в принципе у нас все весело и обалденно. Я
Это, хочу сказать, пока моя такая первая часть. Да, я буду записывать по частям. Сейчас вот эту часть я записываю вечерочком. А вторую часть, скорее всего, вы от меня увидите ближе к ночи. Ой, тьфу. Два ролика, которые я сейчас записываю, это будут два ролика, я их объединю в одно видео, короче, и типа все будет чики-пуки. Ну, конечно же, доканьте, охуенный серф, если, блять, собака 147 уровня уже имеет 650 веса, 185 урона, 144% скорости, выносливость 840 и 5225 хп. Но это я вкачивал, разумеется. Поэтому у нас все весело и обалденно, можно сказать. Поддержите меня лайками, да, поддержите меня лайками, напишите хэштег там, сервер, если дофига будет написано, если много будет написано хэштег сервер, я вам кину этот серп, и вы сможете со мной поиграть, почему-то нет. Кстати, первый раз так играет, что даже в Лонрисе. Собака наносит по 46, но она еще стабильная. 46 наносит, говорит, неплохо. Вот даже лапы 46. Поэтому можно сказать, что лапы это вообще не столковый вариант собаки. Вообще не столковый. Так, ради кожи сожрём. Кстати, вот смотрите, вот в натуре охрененный серф, у меня уж который день не может протушиться вот эта баранина. Я просто угораю. Столько баранины, и все никак не протушатся. Ты чё, братан? Не, братан. Ёба. Ёба-вороба. А хуй за мной ты бегаешь? У меня уже, кстати, читерская тактика, выработка. Таких мудаков. Моя собака жрет этого мегалозавра или как его там, а я его сорвать. Правильно же я придумал, правильно. И собаки не сильные. Кстати, это, слава богу, хуёвый левел был. Так, ну пока скрафчу что-нибудь, и наша первая часть окончится по записи этого ролика, блять, верстак сломался как так. Немножечко совсем. Вот да, вот мне нравится то, что можно так консервировать и перемещать между серверами. Да вообще кайфовая штука этот серф. Вот еще с модами-то S плюс и всякой прочей штукой. Кстати, зачем пистолет отсюда убрал? Пусть у меня будет. Так, или ванна, давай обратно его туда положим. Так. Смотри, у меня тут дохуя металльчика, кстати, я понял плюсу в S-плюсовских, так сказать, печках, тем то, что они плавят металл дешевле, чем обычные, но дольше, хочу сказать. Так, ну что, это я положил, что я могу сделать? Мне надо бы метальчик. Сейчас вот крафтанем, поставим, и первая часть этого славного ролика закончится именно здесь. Прошу, поддержите лайк, ну прям пожалуйста, просмотрами лайк, вот обязательно. Дорогие мои друзья, вот поддержите, потому что это еще мое, можно сказать, соло выживание. Никто из ребят со мной сейчас не играет, к сожалению. Может быть, даже придется искать новых. Ай, чтобы возобновить хоть какую-то утрату. А тогда вещь жуткая, играть-то вот так одному в соло. Особенно, когда вот такая мартыха перед тобой выйдет, и ты обосрешься. Тебя, кстати, как там, братан? Поместите еду. Я хуй знаю, что он жрет. Может, ягоды. Но это не важно. Не томил таких обезьян за свои 1500 часов в арке. Так, ну что, у меня там скрафтилась эта тема-то? У меня, наверное, скорее всего, именно цементной пасты хватило. Вот, скорее всего, да. Вот, цементную пасту очень жаль, хочу сказать.
прям безумно. Ну хотя бы сейчас по красивенькому можно нам сделать, чтобы вот так, а хотел... Ага, цементная паста 20, которая у меня ясен хуй уже нет. Конечно же, ее нет. А хитин какой-нибудь, кератин нету? Нету, прикинь, вот вообще ни капли, даже намека на хитин, кератин нет. Я ебал. Ну, фармиться тут, хочу сказать, офигенно для соло игрока, поэтому выжить сейчас будет легче. К тому же конкурсы на деньги всякие в группе ВКонтакте каждую неделю проводятся. Тут есть шоп. А еще да, вот забыл напомнить, тут глобальный чат. Глобальный чат на все серваки, ну на весь кластер. То есть я могу сабера написать на Рагнарёк. Поэтому вещь охренительная, чувствую, будут насыщенные прям серии. Ладушки, пока первая часть у нас закончена. Ну что же, это следующий день записи. В чем прикол? Я, короче, не стал записывать ночью. И решил запись отложить на следующий день. Так, ну... Так, пока сервер багуется, мы сейчас смотреть, что будем делать. Мы... Я думаю, вот анкилка как раз-таки у меня тут возле дома ходит, почему бы и нет. Почему бы и не затонить хоть какого-то анкилку. Это было бы очень полезно, прям пипец как полезно. Так, поэтому я сейчас освежу, телепортик сделаю к нам сюда, посмотреть, как тут дела. Ну, понимаете, я таким образом через телепорт лечу своего перса, да бага на серваке, то что вот, нихуя не могу и так далее. Так, отвисни, пожалуйста. Так, есть. Сожрать все заебись. Жеребец. Ебать, текстурки прогружаются. Так. Жрать не захочет. Никогда на свете. Ты чё? О, у тебя уровни, охуеть. Редкий гриб, кровать. Ой, органический полимер. Сортная рыба. На нем, наверное, рыбу ловить скоро будем. Ну, точно не сейчас. У меня тут, кстати, контракт навис с пацаном. Я приручаю опустошь, а он мне криво. Вот такие вот дела. Ну, в принципе, я согласен. Почему бы и нет? Ловушка стоит у меня тут зеленым. Можно и попробовать, как говорится. Надо же, все-таки иметь деловые отношения, в принципе, со всеми. И никакой там фигни. Не враждовать, ничего. Так. О. Хрена себе прогрузилась. Ну, короче, вот эта вот штука. Shield activates in. А, я вот пока не был тут, он бы активировался через 39 минут. Это, короче, типа вот щиток такой. Вот это вот я и говорил, тут на сервере есть офлайн щит. Но это, короче, вот типа он. Я его скрафтил, поставил. Я выхожу из игры, через 40 минут активируется щит. Вот даже могу показать вот его диаметр. И, короче, он защищает мою базу.
Так, я хотел, короче. Барашек. Так, вещь сложил. Смотри, тут есть, вот, как я говорю, магазин. Я вот сейчас на сайте за 0 рублей купил, опять же, набор новичка. Так, у меня вот есть набор новичка написано. Я пишу, значит, опять в чат GIF. Один. Мне выдан набор новичка. Да. Фига себе, он, кстати, рандомно падает. Вот эта вот хорошая кирка, мне нравится. Серьезная такая. Так, ладно, я сложу этот набор сюда. Пока. Заберу свой этот. Так. В этот раз получше набор-то попался новичка. Так, сейчас будем томить Анкилу. Кто продаст металл инструмента за 30 металла не переправленного? Ух, хрена себе, у меня луч прямо тут возле базы, вот это удобно, конечно. Если он тут появляется, ух. Охрененное место нашел, хочу сказать. Вон, давай посмотрим, сколько на других. Рагнарёк 6, Айон 7. Ух, охренеть, тут, конечно, жопа. Так. А, надо этот щиток скрыть, чтобы он мне глаза не резал. Так, мы сейчас будем с тобой томить. Отремонтировать было бы неплохо. Вот, отлично, отремонтировал. Стрелы есть, это офигенно, я бы даже сказал. Так. Блять, ты чё, ублюдок, сожрал, да? Ты сожрал анкил? Ну ты педофил. Так. Охренеть, вот просто взял и сожрал. Ты мог сожрать. Ты ублюдок, отстань. Не трогай меня. А интересно, работает ли... А. Ублюдок. Интересно. А, блин, что-то пройдет. Блять, я ебал. Блять, надо бы, наверное, ловушку тогда пускать, раз у меня такие вот существа. В принципе, почему бы и нет.
Нормально так помял, конечно. А кто мне теперь возместит ущерб, простите? Ебать, там Дрейк какой. Пятый. Убить можно. Блять, вот он ублюдок. Он взял, сожрал анкил. Они ведь даже никому не мешали. Так охренен тут анкилы эти были. Беда, беда. О, стоп, а чё я туплю, пацаны? Надо же идти это мне. Пока луч-то есть, гонять по вырому. На Extinction спиздить цементной пасты, чтоб я себе мозги-то не ебал. Точно, чё я туплю-то? Хрен бы с этим. Чё туплю-то в натуре? Светорожек мой. Возьми, пожалуйста, великодушно на мои вещи. Я сгоняю на Extinction. Цемент поворовать. Вот, отлично. Кстати, сервак быстро грузится, да. Мне вот нравится то, что такие быстрые переходы. Качественный сервак. Будем. Так, вот тут, думаю, зарезаемся. У меня, кстати, арк меня вообще забыл. У меня багом все его воспоминания обо мне стерлись. То есть я проебал, можно сказать, свои скины, свои достижения. Точнее, достижения-то есть, а вот именно достижения позволяют мне стричься красиво. А вот, блять, так-то я проебал. Достойно так. Свои скины, поэтому вот это сейчас все, что у меня есть. Так, в какой стороне бобры, я забыл. Ух, ёбаный. Чё-то прогрузка тут. Так, вот эти меня не пиздят. А нахуя так хуйня пиздит так хуйню? Вам нормально? Блять, ну конечно шедевр, да. Красота, все дела. Но мне бы заметной пасты надо шедевр. Шедевр, шедевр.
Так, что-то подвисло. Мне это не нравится. Так, отвисло. Ладно. Главное то, что отвисло. Так, ё-ма. Прыгать надо, давай. Вот не нравится мне Extinction, потому что он у меня подвисает, когда я пизжу заметную пасту бобру. Блять, бобру-то много, наверное. Давай. Блять, ты чё? Ты чё? Да выкинул эту хуйню, да побежал, блять, дебил. Сейчас тебя сожрут бобры ебучие. Вон уже бежит, ёбаный ублюдок, а. Мне пизда. Беги. Где еще хатка? Ага, вижу. Блять, вот не подвисал бы, было бы хорошо. Так, окей. Угу. Ой, бля, тут еще и крокодил откуда-то с этим. Блять, не трахайте меня, пожалуйста. Меня подвисает, ёбаный рот. Не трахайте. Блять, а вы где-то? А вы че, вы деретесь, да? Ну и хорошо. Блять, ты че пугаешь, тритон ебан? Блять. Хуйня. Сейчас за яйца. Крот ебаный ебучий. Ебаный рот. Давай, давай, давай. Так, я мужик, я должен. Я должен довести пашу. Блять, хуёво ты крота наебучий. Хуй. Хуй с этим. Простите, пацаны, кто знает сервак, на котором я сижу. Есть, конечно, есть таким. Я не специально. Я просто подохну. Блять, ты куда прыгаешь? Ёбаный Каркарыч. Бобры-то быстрые, сука. Так, сейчас мы еще сбегаем. Мы в этом месте пошарились, да? О, еще одна. Охуеть быстро. Сейчас нафармлю, то это вот цемент хоть жопой жуй. Зачем его крафтить вот по натуре? Так, сейчас вот я убегу от бобров в другое место. Потом опять пробегусь еще с тобой. Короче, кайф. Просто кайф. Так. Не жизнь, а сказка. Нормально так. Бежим. Змея ползет вон. Так, ну давай, ускоримся. Вроде мой бег почти как на старом серваке, на котором я играл. Более-менее такой. Спортивненький такой. Подкачанный. И бег. А главное, упругий. Он чинится, блядь. Вот тут вот у нас эти пиздец роботы, кто только не пиздится. Кстати, я, кажется, Extinction пока перестал подвисать, и мне это очень нравится. Мне это прям безумно нравится. О, Enforcer. Какого ты уровня, брат? Ты ж меня не отпиздишь, да? А, ну да, у меня пыли нет. Какой? 20-й. Фу, дерьмо. 20-й уровень, это был какашка, насколько я помню. Надо вот 150-го, на 150-м там... Короче, начиная от 100-го уровня, можешь спокойно зачищать всякие узлы на Extinction в соло. Просто тупо в соло. Я помню, как я на Enforcer-то зачищал, получал элемент. Только я этим элементом зажрался. Пиздец, как зажрался. Вот еще Enforcer... Блядь, дилофазавр.
Так, надо водичку попить. Без водички я нихуя не спортсмен, я от бобров не бегаю. Вот просто мне на экстиншене как-то удобнее хатки у бобров почекать, потому что на Рагнарке еще до них дойди живым, тем более тут 5x. Так, вот одного пидора вижу, 5-го уровня, он там рядом еще. Так, бобров тут много, мне интересно, брат за брат кто вступится, а? Пацаны, давай, побежали, вашего пиздец. Блять, чертов бобер, а. Боюсь. Так, ну давай. Давай, давай. Ух. Блять, он уже тут, да? Простите, пацаны, то, что хатку не ёбнул. Простите, извините. Я хотел, но не смог. Так, о, вижу, узел ёбнулся, красиво. Так, давай, давай, давай. Блин. Сука, не, даже не думай. Даже не думай, блядь. Сука, больно. Кто со мной сможет скрафтить скупцу шмот? Так, ну, не переключайся. Ну что ж, вот я и тут, дома, так сказать. Еще текстурки не прогрузились, ну ладно. В общем, да. На ты взял я так нормально. Нашел яйцо и 1760 пасты с парочки хаток. Мне кажется, это идеально. Так, светорожек. Так, дай-ка это все мне. Наденься на меня. Это мы сейчас так все напялим. Отлично, так, у меня теперь есть ресурсы на бегемотку, что мне безумно нравится. Главное, что есть. Так, постройки, металл. Бегемотка, ёбаный рот, полимер, а я про него и забыл. То, что нужен грёбаный полимер. Ради грёбаного полимера корячиться придется долго. Так, а для завершения самого дома, что от меня надо? Так, зачем ты щит-то показываешь? Не надо. Так, для самого дома. Мне нужна крыша тут. Так, окей. Погнали. Покрафтим, так сказать, металл. Раз, два. Нет, блядь, нет. Отменить. Отменить. Нет. Бля. Хотя ладно, пофиг. Надо мне крышу 4. Я сейчас буду делать тогда продолжение дома, почему бы нет, потому что чё он у меня такой тесный, так сказать. Возьмем. Хочу сказать то, что цемент почти не потратился. Хотя бы теперь мозги мне не надо с этим цементом портить мои нервы, терпение. Так, блять, пожалуйста, подобрать. Еще раз переставим, а то некрасиво смотрится.
кстати, у меня, в принципе, даже идея появилась. Типа, почему бы и не попробовать уже начать делать что-то большое и достойное. Так вот, у меня будет тогда прихожая. Наверное. Так, ну отлично, ресурсы есть. Снесли, так сказать. Это я положил. А что если из S+? S-очка мне предлагает... Это ж нормур 4, двенашка. Двенашка дорога, да. Так, ну пока не будем тогда торопиться. Давай, знаешь, что сделаем? Фундаменты. Металл. И фундаменты. Штучек 10, пофиг. Насколько металла у меня сейчас хватит. Пока давай сюда, что ли, сходим. Набьем. Замечательно, весело и обалденно мы живем. В принципе, развиваться, да, проще намного. Камешек выкинуть, продолжить долбить. Так, отлично, додолбил. Сейчас пока у меня там крафта идет, почему бы и не попробовать печку заполнить. У меня баранина столько жалко пропадает. Причем давно. Так, а ты чё? Сделал? Ну, молодец, красава. Металлический фундамент. Угу. Ну, в принципе, я знаю, что тут можно сделать, если это у меня такая, так скажем... В принципе, хибарку можно и модернизировать. А мы, наверное, ловушечную какую-нибудь такую сделаем с тобой, да. Обязательно сделаем ловушечную. Сюда пока у меня пройдет, почему бы и нет. Но фундаменты, конечно, из S+ такие. Настоящие, я бы даже сказал. Че не ставишься, эй? Ты чё? А почему ты не хочешь ставиться? А? Может, объяснишь мне? Пожалуйста. Да не может быть, чтоб ты не взаимодействовал, чё ты мне мозги-то пудришь. Да неужели ты поставился? Так, отлично, он поставился. Так, у меня будет ходик, получается, тут идти, да. Но это пока для начала так. Для начала всегда неплохо, да? Надо сначала какой-нибудь красивый домишко заебашить железный, такой большой, красивый. А потом уж и продолжать какой-нибудь фигней заниматься. Так, раз, два, три, да?
троечку я пошел отсюда, значит, будем продолжать идти именно так. Да, пес? Пошли на фармим металла. Кстати, можешь подписаться на мой инстаграм, я теперь буду оставлять ссылку в описании на мой инстаграм, кому интересно. Ну, кто просто интересуется моей жизнью, там, что делаем, какой фигней занимаемся. Вот, кстати, в синем бионе у меня по 20 FPS. Это в синем, но синий просто такой требовательный биом, хочу сказать, да. А чё ж у тебя столько металла-то, эй? Ебать металла. Еле-еле иду. О-о-о, стой-стой-стой, красный химик. Опа, две штуки и синий подберем. Ну и зеленый. Почему бы и нет? Классное место, мне нравится. Не надо, тут еще так луч резвит. Место офигенное для строительства. Надо сделать эксперимент, в принципе, хватит ли столько вот бревна, чтобы переплавить. Мне кажется, хватит. Я просто хочу проверить, есть ли смысл долбить мне дофига дерева. Ладно, офигенно, живем обалденно. Когда есть металл везде. Ладно, дорогие друзья, с вами был Тутем Палт. Да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых серий по Ark Survival World. Ну что ж, всем удачи и всем пока.